Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады видеть всех вас сегодня здесь, в замечательном зале Тверской академической филармонии. Сегодня с программой «Три вальса» Клавдии Шульженко «Посвящение легенды» у нас в гостях давние и очень хорошие друзья Тверской академической филармонии. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий Дмитриенко. И лауреат международного конкурса «Романсиада», участница телепроекта «Романтика романса» Ирина Крутова. Идейным вдохновителем ансамбля «Россия», как вы все знаете, созданного в 1977 году, является великая русская певица, народная артистка Советского Союза Людмила Георгиевна Зыкина. Коллектив — это содружество музыкантов-виртуозов, объединенных легендарной певицей. За многие годы богатой творческой жизни ансамбль дал огромное количество концертов, выступая на лучших сценах мира, сохраняя и развивая песенные традиции России. Принял участие в многочисленных теле- и радиопередачах, записал множество компакт-дисков и пластинок. Ансамбль «России» имени Зыкиной — это один из самых ярких коллективов, пропагандирующий русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных инструментах не только в России, но и во всем мире. Певица Ирина Крутова, победительница международного конкурса «Романсиада», участница телепрограммы «Романтика романсов». Называемая прессой и публикой звездой романса, певица еще в 2007 году была удостоена звания «Национальное достояние России». Ну и прежде чем наш вечер начнется, я, как всегда, прошу вас проверить, выключен ли звук ваших мобильных телефонов. Пожалуйста, проверьте, чтобы не мешать ни себе, ни исполнителям. Спасибо. Итак, на сцене Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Дирижер Дмитрий Дмитриенко. Ведущий программы Иван Шрамков. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на программе «Три вальса» Клавдии Шульженко. И звучит мелодия легендарного вальса «Синий платочек». И другие вальсы, как музыка, отражающая энергию жизни и любви, как песни, романсы, прошедшие сквозь всю жизнь Клавдии Ивановны, как невероятная энергия жизни, объединяющая эпохи царскую, советскую, российскую, сегодня станут красной нитью нашего музыкального спектакля. И, вглядываясь в наше великое прошлое, осмысляя то, как оно отражается в нас, сегодняшних, как мы слышим эти мелодии, о чем нам говорят голоса поэтов, артистов, композиторов, великого 20 века, 21 века, мы можем ответить себе на многие важные вопросы, которые всегда стоят перед людьми, сколько живет человек на планете Земля. Что есть любовь? Что есть дружба?
Зачем музыка? И что это за электричество, когда голос человеческий, баян, гармошка или оркестр, и возникает магия концерта? И неважно, это прославленная филармоническая сцена, или это военная полуторка с откинутыми бортами и хриплый раненый аккордеон. Это всегда будет, в первую очередь, музыка. И сегодня мы пройдем по жизненному пути Клавдии Ивановны Шульженко, по славной музыкальной галерее портретов наших великих композиторов, поэтов, артистов, друзей и коллег Клавдии Шульженко. И вся эта галерея будет нарисована голосом, вокальным талантом Ирины Крутовой в содружестве с уникальным коллективом, ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Итак, мы начинаем наше путешествие. Три вальса Клавдии Шульженко. Художественный руководитель и главный дирижер ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитриенко. И я приглашаю на эту сцену победительницу международного конкурса «Романсиада» Ирину Крутову. Была эпоха, когда и молчание нам понятнее всяких слов. И вспомним кинофильм «Веселые звезды» и одна из первых знаковых творческих ролей, дебютов вокальных Клавдии Шульженко. Вальс «Молчание». Oh.
Множество званий и почетных эпитетов у Клавдии Ивановны Шульженко. Хочется выделить одно, которое, на наш взгляд, очень важным. Является великой артисткой Великой Победы. И поскольку сегодня наша встреча происходит в канун 75-летия празднования всем человечеством, освобождения от мира, от фашизма, мы не можем обойти стороной эту грань творчества великой артистки. И сейчас в нашей программе несколько страниц военных мелодий. И начнем мы с города Ленинграда, героя. И прозвучит «Ночь над Ленинградом» Тимофеева на стихи Жербе и Крафта. Анатолий Лепин, Феликс Лаубе, «Сокол», «Я незабудка».
41-й далекий, 41-й неблизкий, снова слышится голос батальонной связистки, снова голос кричит мне в телефонную трубку. Сокол, я не забуду. По квадрату 17, сокол милый, скорее могут танки прорваться, сокол милый, скорее могут танки прорваться. Сорок первый далек. Сорок первый суровый, помню жаркую битву у развалин Ростова. Вновь не слышится голос, вновь становится жутко. Сокол, я не забудка, сокол, я не забудка. Сорок первый неблизкий, с той поры не слыхал я, то ли девчонки-связистки, только верю прямо, снова крикнет мне трубка. Сокол, я не забудка, сокол. Погибнуть в 41-м далеком, отзовись, незабудка, незабудка, я сокол, отзовись, незабудка, незабудка, я сокол. Ирина Крутова и ансамбль «Россия». Автор множества мелодий, песен, романсов, известных и популярных во всем мире, Борис Фомин в годы войны написал более 150 произведений, связанных с военной тематикой, со страницами истории нашей страны, безучастным к которой оставаться было невозможно. И сейчас одна из замечательных песен из репертуара Клавдии Шульженко на стихи Ильи Финка. «Приходи поскорей». Thank you.
рассвета, утром, когда меркнет свет ночника, в дом по скрипучим квадратам паркета тихо крадется немая тоска. В серую дымку уходят минуты, хочется думать, родное свое, будто мы вместе и снова, как будто рядом с твоим бьется сердце мое. Приходи поскорей, поскорей приходи, без тебя пронесло столько дней. Ты мне чудишься в звуке чужих голосов, ты мне слышишься в стуке случайных шагов, ты мне грезишься в скрипе знакомых дверей. Приходи поскорей. Края, память приносит твои мне черты. Сын улыбнулся вчера, засыпая, как улыбался когда-то мне ты. Вспомнил тебя, он и не было силы ждать у кроватки, когда он уснет. Папа на фронте, спи, мальчик, спи, милый. Папа на фронте, но скоро придет. Приходи поскорей, поскорей приходи. Без тебя пронесло столько дней. Ты мне чудишься в звуке чужих голосов, ты мне слышишься в стуке случайных шагов, ты мне грезишься в скрипе знакомых дверей. Приходи Жарковский, Анатолий Поперечный. Танго у полустанка. Ночные поезда у полустанка напомнили сожженные мосты. И медленно, медленно танго откуда-то плывет из темноты. И чудится туманное, как в дымке, лицо твое склоненное ко мне. И кружится, пластинка в обратную, как память о войне. Смертельную атаку, нам ярость, чтобы драться за троих, нам после боя медленное танго, чтобы этот страшный ад забыть на миг. И вот блески ракет
приближались лица, и мимо пролетало воронье, как будто бы от смерти и от лиха прикрылось сердцем, сердце твое. Полустанка стоят, как часовые на посту, и медленное танго куда-то уплывает в темноту. Не знаю я, где ты, кого голубишь, но голос твой я слышу наяву. Так спойте же со мною это танго. Вместе с Клавдией Ивановной Шульженко дорогами войны прошли сотни музыкантов, и ей аккомпанировали аккордеонисты, баянисты, и множество мелодий, популярных и любимых тогда, живут с нами и сегодня. И сейчас, вспоминая с благодарностью тех артистов, которые были вместе с великой певицей на фронтовых концертах, может быть, самых сложных концертах, нам хочется, чтобы прозвучала мелодия Бориса Ермиловича Тихонова, который прошел также все дороги войны с баяном в руках, и тогда играл, и сейчас его имя с благодарностью вспоминается ценителями баянного искусства и русской музыки. Его мелодию огранил Виктор Гридин, музыкант, который оставил огромный след в истории ансамбля «Россия». Сегодня его творческий путь продолжает Дмитрий Дмитриенко и за дирижерским пультом, и как виртуозный солист ансамбля «Россия». Прозвучит карело-финская полька в обработке Виктора Гридина, соло Дмитрий Дмитриенко. Thank you.
Дмитрий Дмитриенко и ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Мы продолжаем нашу программу и переходим к другим мелодиям и нотам, потому что ведь все-таки наши героические дедушки и бабушки выстояли и победили, и мы помним это, и в песнях сохраним для наших детей и внуков. И сейчас вокальная зарисовка из жизни военных летчиков Модеста Табачникова и Самуила Болотина. Точно. И я вновь приглашаю на эту сцену Ирину Крутову. Борис Фомин, Павел Герман. Настанет день счастливой встречи. Покажу. Я знаю.
знала все, что думала ты, и что в письме не писано тобой. Я так ждала, когда ты будешь вновь со мной, мой. И в этот день счастливой встречи твоим глазам я все отвечу, к твоим губам я вновь прильну. Прошло, сколько прошло грустных, ненастных дней и глухих, глухих, взволнованных ночей. Грусть позади, все впереди, радость несут года. Ты войдешь в наш старый дом, как входил всегда, и вот тогда станет день счастливой встречи, и я на все тебе отвечу, и обо всем тебе, любимый, расскажу. И обниму, и успокою, и в жизни самое святое твои же письма, письма с фронта покажу. Я знала все, что думала ты, и что в письме не писано тобой. Я так ждала, когда ты будешь вновь со мной, мой. И в этот день счастливой встречи твоим глазам я все отвечу, к твоим губам я вновь прильну, родной. К твоим губам я вновь прильну, родной. Андрюша, нам ли быть в печали? Самое главное. Эх, путь, дорожка, звени, моя гармошка, взгляни, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата гневые, все заговорят наперебой. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, среди ночи промчался ветер кудри теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи, не спросясь, взглядели на тебя. Эх, путь, дорожка, закрытое окошко, не выйдет, не встретит девчоночка тебя. Горькое слово сказала черноброва, в сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, чтобы зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри тебя. Поиграй, чтобы ласковые очи, и не спрося, взглядели на тебя. Эх, путь, дорожка, еще ровней немножко, вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать, и запела милая моя. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь
детьми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри тебя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спрося взглядели на тебя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спрося взглядели на тебя. Ирина Крутова. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижер ансамбля Дмитрий Дмитриенко. Ирина Крутова. Ирина Крутова. На землю спустится сон, и выйдет бледная луна. Я выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна. Мне море песня счастья поет, ласкает нежно ветерок. Но мой любимый сегодня не придет. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной, и нежные свидания. Простясь со мной, забыты наши встречи и вечер голубой. Давно умолкли речи, и нет тебя со мной. Не жди любви обратно, забудь меня. Возврата, и в сердце нет огня. Я помню, как сейчас, мой друг, руки пожатие. Ты наши встречи и вечер голубой.
Марк Фраткин, Николай Доризо. Песня о любви из кинофильма «Простая история». Тропинкой мочится дружить.
Ирину Крутову и Дмитрия Дмитриенко связывает более 15 лет дружбы и сотрудничества. И вот тот диск, который сегодня мы представляли вашему вниманию, там есть архивные записи из зала Чайковского, которые 14 лет назад состоялись на концерте Ирины с участием Дмитрия. И с тех пор это множество самых разных концертных программ. Это музыка с ансамблем, с оркестром, с фортепиано, которым Дмитрий Сергеевич владеет блистательно. И сейчас в нашей программе еще одна страница, которая объединяет этих двух замечательных артистов. Это романс, это романсиада Галины Преображенской, которая по всему миру уже распространила свое благотворное влияние. И в нашей программе мы не обойдемся без русского романса. И Дмитрий Сергеевич будет за роялем, а Ирина Крутова на сцене. И прозвучит один из самых удивительных романсов, один из потрясающих моментов истории любви Клавдии Шульженко. Илья Жак, Василий Лебедев-Кумач. «Руки». Oh,
Ирина Крутова и Дмитрий Дмитриенко. Мне кажется, это замечательно получается, это наслаждение даже для великолепных музыкантов ансамбля, поэтому можно мы позволим еще один номер в таком же составе. Зара Левина, Людмила Глазкова, «Старинный вальс». Я разлюбила вас, сердце огонь погас, прошлого мне не жаль, я Ирина Крутова и Дмитрий Дмитриенко. И вновь звучат голоса ансамбля «Россия». Вместе с ними мы перенесемся через океан и несколько мелодий из другого направления творчества Клавдии Шульженко. Вы знаете, в те годы было множество и возможностей, и запретов, и ограничений, но Клавдия Ивановна сумела один из них блистательно обойти. Когда нельзя было исполнять зарубежные мелодии, многие, она спросила, а можно ли петь песни братских народов? Тут возразить что-либо было сложно, поэтому многие замечательные латиноамериканские, кубинские мелодии появились в репертуаре Клавдии Ивановны Шульженко. И вот сейчас прозвучит знаменитая на весь мир «Голубка» Ирина Крутова и ансамбль «Россия». Yeah.
А теперь немного испанской страсти в музыке. Борис Мандрус, Яков Зискинд, «Не шути». В окне, а на них апельсины, желтей апельсина, луна. Ты с незнакомой мне синьориной сегодня прошел у окна. Не шути, не шути, ты как видно из спал. Не шути, дорогой мой, с огнем ты играешь, дорогой мой, с огнем ты играешь, а с огнем не шути. Ты с огнем не шути. Не зря я в Гренаде живу. Завтра красотку твою повстречаю, мантилью на ней разорву. На куски, и красотку твою разорву. Не шути, не шути, если сердце тебя посажу. Не шути, не шути, ты как видно испанок не знаешь. Не шути, не шути, дорогой мой, с огнем ты играешь, дорогой мой, с огнем ты играешь. Музыкальный привет из Мексики. Народная песня «Чилита». Ну кто в нашем крае чилиту не знает, она так умна и прекрасна.
и вспыльчива так и властна, что ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, и веселье горит в ней, как пламя. И шутит она над нами, и с нею мы шутим сами. Ирина Крутова, ансамбль «Россия», Дмитрий Дмитриенко. И вновь переместимся в мир звучания русского романса. Автор музыки, которая сейчас прозвучит, знаменит во всем мире благодаря мелодии «Be My Love». Но для нас он ценен и тем, что множество потрясающе красивых песен, романсов созданы им, и мы их помним, и они звучат и сегодня. Николас Бродский, Павел Герман. Ваша записка. В шкафу, где Моцарт и Грик,
могло меня в 17 лет. Ваша записка в несколько строчек, где вы, мой далекий друг, теперь? Дни сменяют дни, но в этот вечер, если я был он, зачем в шкафу и в душе хранить вашу записку в несколько строчек, ту, что я прочла в тени, ветку теряли святый платок. Могло меня в 17 лет. Могло меня в 17 лет. Ваша записка в несколько строк. Ирина Крудова и Дмитрий Дмитриенко. Вообще технологии творят чудеса. Вот прямо сейчас идет телепрограмма «Романтика романса», в которой поет Ирина Крутова. Прямо сейчас идет онлайн-трансляция, и мы благодарим все службы Тверской филармонии, которые дают нам свет, звук, тепло в этом зале и возможность быть услышанными еще многими-многими замечательными людьми. Но настоящая магия, мне кажется, происходит все-таки при живом общении глаза в глаза, когда мы дышим вместе, когда наши сердца начинают совпадать с музыкальным ритмом, с музыкой, с гармонией.
И я уверен, что живые концерты, вот это общение, несмотря на все технологии, будут только становиться дороже, ценнее. По крайней мере, для нас это уже так морально. Я думаю, что и для вас, и для организаторов тоже так же. Александр Рязанов, Николай Коваль. Все проходит. Правильно услышал слова в песне «Песни нет конца». Конечно.
Ну, я думаю, что после таких слов мы не можем ставить точку в нашей встрече. Обязательно должно еще что-то прозвучать, и мне кажется, будет глубоко символично, если это будут те самые знаменитые три вальса Цфасмана, Драгунского и Давидовича. Ирина Крутова и ансамбль «Россия». И мы никогда не забыть.
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижер ансамбля Дмитрий Дмитриенко. Ирина Крутова. Ирина Крутова. Ирина, мне кажется, просто так не отпустят. Если вы не споете, я начну петь. Но лучше вы. Чтобы горы заплясали, чтобы зашумели зеленые сады. Мой Андрюша так, чтоб среди ночи промчался ветер кудрить тебя. Поиграй, чтоб ласковые очи не спрося взглядели на тебя.
Ирина Крутова. Человек, оркестр, баянист, пианист, дирижер Дмитрий Дмитриенко. И уникальный коллектив, родившийся под счастливой звездой Людмилы Зыкиной и продолжающий традиции русской эстрады. Ансамбль «Россия». Ведущий сегодняшней программы Иван Шрамков. И, конечно же, достояние русской эстрады 21 века, продолжающая традиции своих великих предшественниц, Ирина Крутова. Ирина Крутова, возвращайтесь. Нельзя так быстро расстаться с такой замечательной аудиторией. Нужно еще раз увидеть лучики счастья в каждом зрителе. И вновь звучит вальс. Три четверти. С одной стороны, треугольник – самая устойчивая фигура. С другой стороны, это символ все время поиска. Это символ обновления, это жажда жизни. И может быть, кому-то кажется, что сейчас вальсы не модны, но нам кажется, что как движение души, вальс останется и будет жить и дальше. И будет звучать в музыке, в песнях, в программах, которые посвящаются этому жанру в голосе Ирины Крутовой. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Вы сегодня услышали массу наших любимых мелодий. Это и наши пожелания вам в этом году, в следующем году, чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы глаза лучились радостью жизни. А мы будем рады всегда приезжать к вам в ваш замечательный город, в эту прекрасную филармонию. Спасибо! До новых встреч! И также благодарность всем службам Тверской филармонии, организаторам за праздник сегодняшней встречи.